отчасти. Но помните известный фильм «Место встречи изменить нельзя»? Не бывает виновных без вины. Если задержали, значит, на то была причина. Если человек, допустим, ошибся, почему бы не извиниться? Это, я считаю, нормально. И как-то это обнародовать надо. Людей, которые извиняются, надо поощрять, полицейских. В следующий раз он подумает, остановить ли этого водителя или нет. Правильно ли он поступает? И правила, чтобы выучили хорошо. Нас же учат, чтобы мы правила свои учили на работе. Не, ну приятно, конечно, когда перед тобой извинились, если тебя незаслуженно наказали. Почему нет? Нет, не вижу вообще никакого смысла. Ну, в смысле, журналы, да, это уже тоже, это уже перебор, в смысле, я считаю. Безусловно, извиниться – это прежде всего черта культурного человека. И если мы стремимся к гражданскому обществу, то у нас должно быть взаимное понимание человека и представителя власти.